Alles natürlich, alles für Deutschland! Кричи, кричи, Фриц, недолго тебе осталось. Радомский плацдарм на польской реке Пилица 14 января 45 года и одновременно Бутырский мост, Сенгилеевский залив. Все смешалось в этот день, в этом месте. События, даты, солдаты враждующих сторон и мирное население. И в то же время все четко разделено, распланировано, размерено. Так в городе на Волге отдали дань памяти своему земляку, герою Советского Союза Николаю Вербину, одному из сотен участников того самого прорыва и удержания Радомского плацдарма за сотни километров от родной земли. Мы хотим реконструировать подвиг героя Советского Союза Вербина Николая Николаевича. Вот, он был директором первой школы Сенгилеевской. Я, кстати, у него учился последние два года перед его смертью. Вот. И там Радомский плацдарм был. Вот, и у него наградной лист по Радомскому плацдарму. Они брали штурмом укрепрайон на реке Пилица. Вот. Ну, это фактически прямая дорога до Германии. Вот. И они взяли его и какое-то время удерживали до подхода основных частей. То есть они довольно-таки стояли насмерть там. У всех здесь это личное хобби. Те, кто-то водитель, кто-то директор какой-то фирмы, кто-то адвокат, кто-то разных профессий. Здесь вот мы встречаемся, общаемся с друзьями. Посчитать всех реконструкторов в России дело неблагодарное и даже скорее гиблое. Во-первых, их наберется минимум на приличную дивизию буквально на каждую маломальски значимую эпоху. Во-вторых, с годами ручеек тех, кому не безразлична своя история и подвиги предков, не иссякает. Напротив, превращается в бурный поток. Он увлекает и тащит всех – историков и медиков, сторожей и плотников, менеджеров и бизнесменов – по выверенному течению. Отчасти времени вспять, отчасти времени вопреки, но главное – в будущее, где нет места повторению всех ужасов самой страшной кровавой человеческой бойни Второй мировой. Сейчас общество находится в таком как бы состоянии волнующем, потому что как бы везде давят левые силы на то, что хотят переоценить итоги Второй мировой войны. То есть дело в том, что сейчас еще как бы много людей, которые как бы они заняты благосостоянием лично себя, а для общества мало кто старается. Мы же это проводим мероприятия, участвуем в таких мероприятиях, именно как бы не ради какого-то благосостояния, а именно для населения, для общества, для нашей отчизны, чтобы мы вспомнили дедов, которые воевали, которые погибли, ради того, чтобы мы могли свободно высказывать свою точку жизни, жить на нашей земле. Посмотрите сейчас на молодежь. Она чем занимается? Да ничем фактически. Вот в мое время были клубы какие-то детские по интересам, картинги, самолеты делали, запускали. А сейчас что? Сейчас же нет ничего. Так пусть лучше они здесь будут с нами, чем где-нибудь шляться по улице, правильно? Хотелось бы отдать дань прошлому, дань уважения, памяти. Если дети нынешние будут отличать форму красноармейца от формы германских солдат, это уже хорошо. Значит, мы хотя бы что-то сделали. Постреляем, пошумим, как говорится, и покричим, и выгорим. Придется геройски умереть, но тем не менее. То есть даже вот так вот? Даже вот так вот, да. Автомобиль старенький, а все-таки бои будут 44-го года, поэтому придет, ну вот видите, все по-настоящему. Магнушевский плацдарм – один из плацдармов на левом берегу Вислы в 60 километрах южнее Варшавы. Захваченный в августе 1944 года войсками 1-го Белорусского фронта в ходе Люблинско-Брестской операции. Передовые отряды 8-й гвардейской армии 1 августа форсировали Вислу и закрепились на левом берегу. К 4 августа советские войска владели Магнушевом и расширили плацдарм до 44 километров по фронту и до 15 километров в глубину. С севера плацдарм упирался в реку Пилица. Впоследствии он стал одним из опорных пунктов Красной Армии и войска польского, откуда началась Варшавско-Познанская наступательная операция. Во время нее, форсировав реку Пилицу, рота гвардии лейтенанта Вербина захватила плацдарм в районе поселка Михалов-Дольны к югу-западу от польского города Варка и успешно отбила большое количество контратак врага до подхода основных сил. В реконструкции все как в настоящем сражении. Есть конкретная местность, конкретное событие, конкретные задачи у противоборствующих сторон. И, конечно, как и в реальности, сама битва, как ни крути, в разы скоротечнее подготовки к ней. И здесь, в отличие от реальности, не свой своему поневоле брат, а русский и немец с одной стороны. Товарищи фашисты, помогите миномет дотащить на позицию. Вполне адекватная шутка в предбоевой обстановке. С немцами всегда было тяжело, с немцами, но это, как вам сказать, это
партия приказала, будешь немцем. То есть никаких у нас непосредственно нету неприязни, допустим, к нашим. Это наши товарищи. Это как все-таки, будем так говорить, это мероприятие. Вот. Плоскогубцы нужны. Плоскогубцы нужны. Вот немцу плоскогубцы нужны. Немцу плоскогубцы нужны. Сейчас дадим. Сейчас. Ну, то есть это наши друзья. Здесь это наши друзья. Там они будут нашими врагами. Мы постоянно меняем форму. Сегодня я в немецкой, я был в советской. И мы постоянно, нет такого, чтобы, допустим, приверженцем быть там вермахта, СС там и прочее. Это просто игра. Зрителю нужно просто показать, какой трудной была победа. И то бишь мы когда играем врага, мы эту роль как бы проигрываем, чтобы не как в фильмах советских пока, что немцы были глупые, а показать, что это был достойный, серьезный противник, и с каким трудом наши деды их победили. Надо, я думаю, надо все-таки нашу победу не забывать, нашу советскую победу. Сейчас я хоть и в немецкой форме, приходится, так как немцев всегда бывает мало у нас, никто не хочет быть врагом. Вот. Кстати, большое-большое спасибо ребятам, которые приехали в немецкой форме. Пересилив себя, так сказать, они ее одели, потому что фактически война каждого коснулась. У кого-то дед, у кого-то прадед, он воевал, либо в тылу работал, ну, чтобы перебить хребет этой фашистской гадине. Нет в России семьи такой, где не памятен был свой герой. Тому, кто создавал эти строки, не нужно было обращаться в поисках музы к учебнику, ученым трактатам, рефлексировать, а действительно ли это правда? Правда. И даже по прошествии стольких лет практически у каждого участника реконструкции есть о огненных сороковых своя история, в которой свои герои. Молодым показать, как это... Деды наши, отцы воевали. Кстати, у меня отец тоже воевал. И мать даже воевала. Ну, вот я и решил то же самое. Ихний, ну, что они делали тоже и показать. Мой дедушка Душнев Михаил Ильич, он прошел всю войну, даже три войны. Я делаю это для того, чтобы... Наше будущее поколение, наши дети умели отличать, знали, что была такая страшная война, чтобы, ну, наша задача сделать так, чтобы они ни в коем случае не допустили такого же повторения. Около 100 человек, больше 20 клубов из Казани, Самары, Набережных Челнов, Димитровграда, Тольятти, Ульяновска и Ульяновской области. В движении уже образовывается семейственность и преемственность поколений. Когда оба родителя реконструкторы, невольно задаешь ребенку вопрос, и кто же оказался заводилой? Папа. Почему? Он сам первый начал, а потом я, мама, а потом я. Ага. Ну и куда ездите, кроме Ульяновска? Ну, мы были в Крыму, в Казани, в Тольятти, в Димитровграде. Недавно, перед этой реконструкцией, мы были в Казани, а скоро поедем в Ивановский детский дом. Мне интересно, потому что в 5-м классе у нас будет история, и я очень хорошо буду ее знать. И вообще это интересно. Ну, как-то... Захотел, я тоже хочу, да, ну, поехали, начали думать там, во что одевать. Ну, как-то нашли маленькие комплектики одной, то есть сначала там под партизан каких-то там выходило, сейчас вот под мирного жителя, то есть, которые были на оккупированных, не на оккупированных территории, ребенка войны. С 2012 или 13 года примерно. Сначала начинал с рабочей крестьянской Красной Армии, но потом по... количество выездов на мероприятия, стало понятно, что бойцов Красной Армии очень много, а вот темной стороны не хватает, причем катастрофически. И в результате что мы показываем? Что 80 бойцов рабочей крестьянской Красной Армии не могут в три атаки преодолеть семерых немчиков? Неправильно мы показываем. Должны быть примеры как раз наоборот, то что либо Красная Армия противостояла машине немцев, которая наступала, ну, либо оборонялась, но тоже как бы в том преимуществе, что их должно быть, как, на мой взгляд, должно быть меньше. В любом случае, сколько бы врага на поле боя не было, он в конце концов оказывается разбит, деморализован, частично уничтожен, а частично пленен, ибо кто к нам с мечом придет, тот... Так что зря кричали немцы о величии нации, не по тому пути повернула тогда Германия. И каждый сегодня должен знать и помнить, чем это закончилось, чтобы не повторять ошибок.
Самый маленький город Ульяновской области – Сенгилей. Тихое место с населением чуть более 6 тысяч человек. Деревянные домики, густые кроны деревьев, волжский простор, тишь да гладь. Но даже здесь существует военный исторический клуб. О нем, о делах и свершениях – интервью с его руководителем Андреем Максимовым. Андрей, а как вообще получилось так, что ты во все это ввязался? Вязался. Я-то вот с вами ввязался. Но дело в том, что у меня отец военный. Его отец дошел до Берлина фактически и умер 9 мая 83 года. То есть фронтовик. Дядьки все мои военные. Тетка у меня служила. Она и сейчас служит в Чите, в медсанчасти. То есть вот, ну... И к тому же я был воспитан в советские времена, когда патриотические фильмы были. Мы сидели, смотрели тот же самого Штирлица, я не знаю как, взахлеб. То есть, ну, в свое время случилась немножко такая у меня беда, глупость мальчишеская, мне выбили с рогатки глаз. И я не попал в армию, хотя рвался всеми, как говорится, руками-ногами. Потому что в то время, как говорят сейчас, косить от армии не принято было. И да это и не нужно было. Армия – это школа, которая делает из мальчика, из юноши мужчину. Вот. Ну и потом потихоньку я все равно интересовался и войной, и форумой, и вообще все, что касалось войны, меня всегда интересовало. И потом потихонечку какие-то вещи военные ко мне стали попадать. Так я, наверное, в разряд коллекционеров попал, который стал копить, собирать что-то там, складывать. А потом уже... Уехав в Самару, прожив практически 10 лет там, приобрел какие-то там форумы, что-то еще. Но оно было как в коллекции. То есть коллекционировал, вернулся в Сенгилей и познакомился вот случайно совершенно с Антоном Пешным. Вот. И что-то у нас тут, как-то мы сидели, разговаривали. Я говорю, вот бы сделать реконструкцию. Он, ну, давай поможем, давай сделаем. Конечно, реконструкцию мы не потянули. Было такое театрализованное представление, скажем так. Это самое-самое первое у нас было, по-моему, 15-й год. Вот, мы попробовали сделать. Сделали. Познакомил он с ребятами, вот с Михайловым. Александром познакомился, с Татьяной Михайловой, с Варюшкой. Как говорится, семейная пара, они семейная пара, мы. И у нас как-то вот завязалась дружба, потом с реконструкторами познакомился. Потом, так как у меня уже было что-то из формы было, меня пригласили, хочешь попробовать? Конечно, хочу, я всегда мечтал об этом. Я попробовал и втянулся. И то есть не то, чтобы вот... Ну, я понял, что я там как рыба в воде. Мне нравится это, нравится. И, конечно, некоторые пальцем у виска крутят. Здоровый мужик... Ну, что тебе надо? Это понятно. Надо, это, в общем-то, снобизм такой человеческий, потому что ты это делаешь, а они не делают, они же должны как-то реагировать. Ну, в общем, кто-то, наверное. Кто-то с пониманием, кто-то это не ставит. А вот супруга ты как затащил. В это все дело. Вот, понимаешь, я когда смотрю на твою коллекцию, я думаю, господи, это самое, как тебе позволяет супруга все это собирать? Ну как? Она у меня зам по тылу, куда деваться? Она мне шьет, помогает ребята пошивать, вот форму подгонять. Но она смотрит, скажем так, на мое увлечение, не то чтобы вот прямо с распростертыми объятиями, но терпимо. Она также участвует в реконструкции, она, ей нравится. Ей, она ездит, вот, участвует в парадах памяти в Самару. Мы постоянно ездим, участвует там. Вот. Однажды даже произошел курьезный случай. Был у нее день рождения, и девчонки спрашивают на работе, ну что супруг купил день рождения? Она говорит, шинель. Они, в смысле, духи? Она говорит, нет, шинель армейскую. Гробовая тишина, она мне вечером приходит, рассказывает, гробовая тишина. Шутишь? Она говорит, да нет, нормально, шинель армейская, зачем тебе это? Ну, говорит, мы участвуем в реконструкции, так как у нас только летняя форма была, зимней не было, надо было шинель, вот он и купил шинель. То есть она, я хочу сказать, она у тебя прям настолько втянула, что у вас, понимаешь, у вас хобби совпадает, вы, ну... Это же классно. Это мало у кого, у супругов одинаковые какие-то там предпочтения проводить отдых.
Сыну тоже уже, да? Ну да, да, потихонечку участвует. А с другой стороны, знаете, как это здорово помогает? Вот представьте, поругались мы, да? Кипит что-то там внутри. Поехали на реконструкцию. Она красноармеец, а я в немецкой форме. Постреляли друг в друга, выпустили пары. Опять, как вчера, поженились. Это же плюс, плюс. Да, слушай, сына тоже затаскиваешь? А? Или еще не начали? Сына. Пока готовим форму потихонечку. Ну, ему интересно, я вижу по игрушкам. Да, он любитель, он у нас танкист, он, я не знаю почему, он вот танки, ему нравятся танки. Мы в Тольятти-то поехали из-за того, что он, папа меня давно просил, в музей Сахарова, вот, я ему обещал танки показать. В Ульяновске ездили в музей авиации, он как-то так вот, ну да, здорово, самолеты полазил, как любой мальчишка. А там танки, о, я его стащить 2 часа не мог с этих танков. Ну, не знаю, конечно, дальше как будет, может быть, перегорит это. Дело в том, что бывает как, когда сразу и очень много, вот он, допустим, к оружию относится прохладно. Когда, допустим, разговаривает со своими сверстниками, говорит, там, мне папа купил пластмассовый автомат, он говорит, у меня настоящий есть. Не каждый верит, они такие смотрят на него, косятся такие, шутишь, наверное. То есть он к этому уже относится спокойно. Вот вы зашли, удивлены были, а мы вот как-то уже так, просто некуда. Было бы место, был бы какой-нибудь кабинет отдельный. Вот все мечтаю сделать себе какое-нибудь здание, сделать там, вот именно по Великой Отечественной войне, сделать там выставку такую постоянную, чтобы стабильно, чтобы техника уже стояла. Вот видел, у одних просто сделано здание, и как бы внутри большая комната, и там вот форма, амуниция, а выход второй сделан, козыречек, и там техника стоит. Вот здорово же, здорово. У нас, мы приехали, когда в 2010 году в Самару вернулись, пришли в наш музей, я был в шоке, там ничего не осталось. Там огромная коллекция была оружия. Ее просто изъяли, и она сейчас находится в мемцентре, как бы на сохранении, там где-то в музее или что, я толком не знаю. Вот просим вернуть? Нет, не возвращают. Там у вас не так сделана сигнализация, не то это. Но до этого, в советские времена-то она была, огромнейшая коллекция. Вот, кстати, может быть, это еще один из толчков было, чтобы заняться реконструкцией. Если мы раньше мальчишками, я помню, я бегал туда, я взахлеб смотрел вот эти вот немецкие автоматы, каски, еще что-то там, винтовки. То есть оно, да, было под стеклом, но можно было подойти и посмотреть. Для мальчишки, по крайней мере, нашего советского мальчишки не было ничего лучше, чтобы это увидеть. А сейчас, кроме прялки, там ничего практически-то нету. Сколько у вас ангелей, таких как ты, реконструкторов? Да город же вообще микроскопический, можно сказать. Ну, по большей части, вот ребята, которые в клуб ходят, 3 человека, основная масса. Некоторые приходили, уходили, понимаете, это все равно это занятие такое, скажем, не то, что занятие, а специфическая тема. То есть не каждый может себе позволить купить гимнастерку. Поэтому мы вот, с супругой откладываем. Ага, пришел парнишка, видим у него потенциал, видим, что он хочет ходить. Ага, купили ему. Потом не просто же гимнастерку надо галифе. Надо сапоги, надо еще что-то. И вот потихоньку, фактически, нас буквально вот из нашего семейного хобби вот переросло. Еще вот ребята пришли с педагогического училища, 3 человека. Вот Виктор Корчашкин, Максим Рыбасов, Иван Княгинин. Вот они ходят постоянно. То есть они участвуют, стараются в реконструкциях, чем-то помочь прийти. Звонит: Андрей Геннадьевич, помощь нужна, давайте мы подойдем. Вот с той же самой машиной ребята делали. Тот же самый роддомский плацдарм копали, окопы зимой. Ну вот кого мальчишек заставить копать, правильно? Никто не пойдет. Зачем это надо? В администрации, слава богу, помогает тоже по мере своих сил. У них, конечно, свои заботы. Я тоже стараюсь лишний раз не приходить, как говорится, не просить. Стараюсь тоже сделать все своими руками. Но вот нужна была, допустим, машина ехать в тот же самый Ивановский детский дом. Мы подошли, они пошли нам навстречу без проблем. Так что вот... У нас, скажем так, такой симбиоз. Перенесшие тяготы лишения, прошедшие нелегкий путь дорогами войны, один за другим уходят сегодня ветераны, но оставляют память в воспоминаниях и рассказах, в личных вещах, которые вместе с хозяином-солдатом прошли все тяготы и невзгоды непростых боевых будней. Но и память не вечна, если отринуть, постараться забыть страницы собственной истории,
Где-то так и случается. А в 31-й ульяновской школе, носящей гордое имя героев Свири, все, конечно, обстоит совсем иным образом. Наша задача – сохранить вот всю ту историю, которая была. Если у нас не будет истории, у нас не будет будущего. То есть здесь уникальные экспонаты хранятся. Здесь хранятся гильзы настоящие. То есть, как сказать, с мест боя, да, здесь каски, которые пробиты пулями, да, здесь очень-очень-очень много, здесь вот присутствует вот такая военная гармошка, здесь вообще очень много такого, ну, что было вот именно в то время, во время Великой Отечественной войны, и это мы должны сохранить, и память эту мы должны передать другим поколениям. Описанная сегодня во всех военных трудах как пример уникальной операции преодоления водных рубежей крупными силами без предварительного захвата плацдарма. Свирская операция в то время казалась единственно возможной к действию в условиях, диктуемой приказом командования и положением частей Красной Армии и противника на этом участке фронта. Задача 12 добровольцев была одновременно и простой – переплыть реку, толкая плоты с макетами и муляжами орудий и людей. И сложные. Все это нужно было проделать под огнем противника. Самоотверженный поступок дал возможность советским войскам засечь и подавить финские огневые точки и организовать массовую переправу. Вслед за ними начали переправу остальные подразделения всей 99-й дивизии. Им посчастливилось. Все 12 остались живы и стали героями Советского Союза. Вот их имена. Барышев, Бигбасунов, Зажигин, Малышев, Маркелов, Мытарев, Немчиков, Павлов, Паньков, Попов, Тихонов, Юносов. Операция была успешно завершена, и в сентябре 1944 года Финляндия выходит из войны. Музей для нас сегодня – это территория памяти. Это и средство, с помощью которого мы пытаемся растить современную молодежь. Коль мы сегодня говорим о какой-то идентичности, гражданственности, патриотизме и так далее. Музей – это территория социальных проектов, потому что очень много мы делаем для того, чтобы жители микрорайона, жители города, жители области знали о том, что есть такой музей героев Свири. Посвящен он боевому пути 37-го воздушно-десантного корпуса и его героям. Каждый экспонат здесь одновременно и прост. Но что может быть загадочного, интригующего, интересного в ржавом пулемете или потертом кожаном планшете? И уникален, историей дышит любой предмет. Взять хотя бы обычный солдатский котелок. А я счастливый, что живу сегодня. Не слышу пули голоса войны, не знаю голода, довольный. Я гражданин огромнейшей страны. Война – это страшно. Это не сон. Кто скажет «не слышал», тот будет смешон. Ее отголоски, ее длинный след сегодня заметны. Хотя прошло много лет. Отцы, деды, братья, соседи, друзья, об этом, поверьте, не помнить нельзя. Нельзя забывать тех, кто жизнь подарил, кто ради нас под пули ходил. Память из сердца просто не вынуть. Душам погибших нас не покинуть. Кто жив, тем здоровье, кто пал, тем поклон. Мир сохранить для живущих закон. Пусть солнышко светит, пусть травка растет, а разум людской наша жизнь спасет. Я как сейчас его вижу, летчика, ощерился. Пулеметчик, наверное, такой смеется и во все стороны. Нас, начальников комендатуру, вызвали. Улетел этот самолет с разведчиком. И нас собирать мертвых, помогать, перевязки делать. Нас было 12 или 10 сестер. Несмотря на преклонный возраст, 97 лет, Екатерина Ивановна помнит абсолютно все. Детство, юность, молодость. Летом 41-го 18-летнюю медсестру вызвали в военкомат и отправили в эвакогоспиталь в городе Долгопрудный. Туберкулезный был там санаторий детский. Его детей всех развели. И мы госпиталь там открыли.
Месяц или полтора прошло, немец уже к Туле подходил. Нас свернули и в вагоны. Позже девушка спасала жизни на Ленинградском и Волховском фронтах, в Коломне, в Тихвине. На ее глазах поезда эвакуации уходили вглубь страны под постоянным прицелом вражеской авиации. Оперировать приходилось без перерыва, отдыхать под свист пуль и грохот бомб. Налетели немцы. Самолеты немецкие, 13 самолетов, 3 раза делали залет. Стояло 16 эшелонов на станции. Кони из вагонов бегут, раненые ходячие бегут, в гипсах ползут, а это был март месяц. Горючее льется рекой. Я в аду была. Нашу героиню контузило, но спустя 2 дня, несмотря на разыгравшуюся язву желудка, медсестра вернулась в строй. Волосы Кати в 43-м году сливались с белым халатом. От увиденного ужаса девушка посидела, но сохранила доброту и любовь к своей профессии и людям. Поэтому и смогла дойти до Берлина, став ангелом-хранителем для многих и многих советских солдат. Мы летучек принимали по 3-4 летучки. Вы даже не знаете, да, сколько? Нет, что миллионы прошли ранен. Страшные картины до сих пор перед глазами. Под обстрелами и бомбежками ранения получали не только солдаты и офицеры. Смотрим. На стуле печурка топится. Такая чугунная. И сидит человек вот так. Все течет кровь. На нарах женщины и 2 детей убитых. Пулеметная очередь. И наш капитан в обморок упал. Бывалый военный увидел убитого брата и его семью. Сама Екатерина Ивановна потеряла подругу. Ее убило прямым попаданием бомбы. Там, где гибнут люди, выжить помогает вечное чувство и любовь. Екатерина Ивановна с особым трепетом и блеском в глазах рассказывает о муже. Молодой командир Михаил Синюков в 44-м году с первого взгляда влюбился в нее. Вышли петь 2 парня, Володя и вот Миша. А Валентин, у него было 6 офицеров. Играет на гитаре. А этот армянин или, ну, наверное, грузин, потому что с акцентом, с таким. Он и говорит: старшина, вот вы были бы, пара какая. Какой у нас командир, во. Там была девочка из Лагоды, Муся. Мы с ней танцуем, а не с папой, с этим, с которым пели нас. Разделили. Вова с Мусей, а Миша меня пригласил. Вместе встретили новый победный 45-й. Спустя всего 5 встреч офицер предложил пожениться. По тревоге Михаил снова отправился в бой. Встретились супруги лишь после войны в Москве. Я спустилась вниз-то, нажала на кнопку, а мне Миша открывает. Собрался в часть. Ну, он... Вещи занесли. В 1946 году супругов направили в Ульяновск, где Екатерина Ивановна продолжила помогать людям, трудясь в местном госпитале. Позже работала старшей сестрой в хирургическом отделении. Несмотря на ужасы и кошмарные события в военные годы, женщина ценит каждый прожитый день, не теряя интерес к жизни, гордится успехами детей и внуков, воспитывает правнуков, радуясь, что они выросли в мирное время.